Поехали! Так, это общий овервью, потом мы звук поменяем. Добро пожаловать в пяти деталей. Обращай внимание на детали, Олег. На детали, да. Даю тебе установку. На мелочи. А что там у него прибавим дальше? Водяры больше нету. Никого не вырежу. Каждому клиенту говорю. А я потом звук уберу все-таки. Нет, потом конечно, подложечку какую-нибудь сделать надо будет хорошую. Ну, какую-нибудь такую. Я на YouTube выложу, а вам линк пришлю, а вы дальше его крутите как хотите. Ну. Только единственное, что... А ты можешь его там как-нибудь стилизовать, это видео потом? Вот ему делать больше нечего. Я его могу обрезать только. Ему реально ему делать больше нечего. Сиди на работе, чтобы сделать. Что это такое? Шампанское? Нет? Шампуську. Ух, мама. А где там кефирчики испанские? Прости? Нет, Лен, мне знаешь, нет, вот здесь водичка. Вот это вот, сумки. Такие вот всякие вот шляпы снимай. А вот это вот очень, очень хорошее. У меня в сумке вода, да? Олег, проходи сюда. Типа да. Вот эти вещи все надо снимать обязательно. Ну, это сейчас я обратно. Когда сейчас разнесет по магазину своим задом. Нет, все хорошо. Это то же самое, что там. Там то же самое налито, правда? Ты знаешь что? Это вообще-то... Смотри. Это попасть. Ну сюда всякие мои осторожно не уронить. Маску, кузухи, купорцу, сюда палочки можно и лицать. Вот уши чисто. Всякая ерунда, это вообще ванна там красивая. Ванна, ну да. У меня дом такая стоит, но у нее вместо... Пусть Олег вот этого снимет. Вот. Я про нее и говорю. Вместо, да, Олег, вместо, вот сюда. У нее вместо флакончиков такие тарелки. Олег, значит, пусть Олег снимет. Стаканчики. Ага. И я там храню ушные палочки, да. Ну да. Проходи сюда, сейчас покажу сейф. Нет, Зайка, нельзя. Пойдем. Это сейф крутой. Сейф нереальный. Пойдем на улицу. Да. Мы поедем? Ну по прямой, да, все, место там. Народ там будет заходить там. По-моему, Олег из налога. А как в нашем государстве еще выжить-то? Не говори. Рокенов с Медведевым и Путиным. Конечно, да.